В Магадане подвели итоги голосования за проект, который будет номинироваться на федеральный грант. Каждый день в течение 2 недель магаданцы отдавали выбор за понравившуюся идею благоустройства города. Парк «Маяк» на улице Приморской, сквер «60 лет» на улице Дзержинского и сквер на улице Королева в Соколе. В голосовании приняли участие около 2000 человек. Лидер – парк «Маяк». Проект набрал 833 голоса. На втором – сквер в Соколе, 758 голосов. На третьем – сквер «60 лет» и 130 голосов. На самом деле активность достаточно выше, чем мы даже ожидали. Это подтверждает тот момент, что вот люди ждут того, что их мнение будет важно. И власть делает совершенно правильно, что идет навстречу, организовывая различные вот точки, удобные для места для горожан, чтобы это мнение можно было легко выразить. В конкурсе проектов принимают участие города с населением до 100 тысяч. Общий призовой фонд – 5 миллиардов рублей, который поделят на 80 победителей. Магадан на строительство парка «Маяк» может получить от 30 до 100 миллионов рублей. Реализовать проекты необходимо до конца 2019 года.